записи. Кажется, в них указано какое-то место неподалеку. Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение Троицы. А теперь хочу свалить отсюда. Они чокнутые. Я припрятал снаряжение. Оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Снова советская пропаганда. Не, это не ядерное оружие. Какой-то жуткий тип с изрезанным лицом по имени Константин толкнул речь. Были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Лара, мне страшно. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Кто? Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара. Я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Все не так просто. Спокойно.
Я нас освобожу. Как-нибудь. Не тронь ее! Пожалуйста, не надо. Говори! Ублюдок! Сволочь! Где святой источник? Прошу, прекрати, я ничего не знаю! Довольно. Она не знает. Что? Ты... Нет. Ты с ними заодно? Не может быть. Ты... Ах ты, сука! Ты же не могла сдаться, не так ли? Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Тебе нужна цель в жизни. Мы ее дадим. Да ты издеваешься. Я видела, на что способна троица. То есть нет? То есть иди нахрен! Скажи, Анна, тебя троица завербовала до того, как ты охмурила отца, или после? Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Довольно! Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим. Лара. Конец! Сволочь! Быть может, ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко. Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками божьими.
Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. И что ты думаешь с этим делать? Тем более нужно бежать. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Тише, а то охрана прибежит. Сработало. Сможешь выбраться? Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место. Мы вошли в долину около суток назад. Я ожидал сопротивления и не был... Давно изучаю. Серебряный портсигар. Выглядит так, будто пережил войну. Что неудивительно. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюдная. Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Итак, маски сброшены. Теперь Лара знает правду. Чувства какие-то странные. Во-первых, сожаление. О той части меня, что осталась там, в пыточной камере. Еще что-то. Я знаю, Константин считает, что я потеряла хватку. Размякла, пока жила с Крофтами. Красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей, отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Ох, какой ужас. Те, кто выжил тогда, многое могут рассказать.
На прииск не похоже. По-моему, это раскопы. Может быть. Они копали везде, где видели хоть намек на наживу. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. Дальше. Моя деревня в долине, по ту сторону горы. Там нас не найдут. Командный пункт 2. Последний вертолет ушел. Вас понял. Это последний. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Нет, это же... Стой здесь. Я разберусь. Так, погоди, почти готово. Есть! Пошел! Поехали! Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Панель спеклась, почти починил. Странно, что здесь хоть что-то работает. Такое ощущение, что нарочно все сохранили. Может, местные? Ну, тогда их точно пора перебить. Надо огромный участок осмотреть. Нужно пригнать больше народу. Константину нужны наблюдатели на медном прииске. Там что-то происходит? В тюрьме нашли старые записи. Зарисовки развалины и карты шахты. Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор, я уже там. Докладывает патруль 3, все тихо. Это тревожит. Может, они не ушли? Сколько там еще есть? Вряд ли много. Они приходят откуда-то с той стороны горы. Буря утихнет, направим туда людей. Пусть выжгут заразу. Ты их близко видел? Чёртовы дикари. Ага, как будто из прошлого. У тех, что взяли при нападении, удалось что-нибудь узнать? Нет. Хоть расспрашивали усердно. Yeah.
Осторожнее, Лара. Скорей бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся и Святой Источник... даст тебе жизнь. Что еще важнее? Жизнь в чистом, безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. Мы должны их найти. Ищите. На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Так странно снова участвовать в операциях. Я столько времени вела комфортную жизнь в доме Крофтов. Здесь же нет ни капли комфорта. Воздух ледяной. Черт, надо сматываться. Нашивка солдат Троицы. Один рисунок без слов. Они не афишируют себя даже перед собственными пехотинцами. Вот.
По мере продвижения в долину, я все чаще смотрю на развалины и размышляю о собственной смертности. Последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные. А теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи. До сих пор не могу поверить. Все это время. За папой она тоже следила. Надо идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы. Вперед! И не тормозить! Яков, депо уже близко. Ты там? Знаки отличия боевого ордена Троицы. Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался.
Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Осторожно! Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным.
Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело. Нет. Прости. Я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Яков, ты здесь? Черт, где же он?